Друзья, вы на канале Роман Зайцев «Живу на ДВ», и это действительно так. Интересные сюжеты, диванная аналитика, новости на ход ноги, да и просто иногда поднять настроение. Жмите подписаться и поставьте лайкосик. Поразительно, сколько событий может уместиться всего в одном дне. Взять, к примеру, сегодня, 1 ноября. Вы только посмотрите, какая череда праздников и событий. Читаю по списку, ну сегодня в первую очередь это Всемирный день вегана. Далее день менеджера, день судебного пристава Российской Федерации и одновременно день гадания на кофейной гуще, что в общем-то совсем рядышком с днем судебного пристава. Иванов день, проводы осени, день работников гражданской авиации, ну это в Беларуси, день работника социальной сферы на Украине. Кто бы мог подумать. День всех святых, день бухгалтера Волгоградской области и день автора. А еще сегодня день ароматизированной свечи. Ну, очень много праздников, а ведь скоро еще и день независимости. И самый крутой, наикрутейший пролетарский праздник, который с радостью отменили россионские буржуи, это все-таки день Великой социалистической революции. Давайте хорошенько к нему подготовимся. Ну, а что праздновать 1 ноября, решайте сами. Мы пробуем разговорные форматы, а вам всем хорошего настроения. Пока.